Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и теперь по заявкам я тоже снимаю тинт для бровей. Знаете, я пересмотрела много видео, я видела, делаю тинты для бровей, больше всего мне понравился вариант с кремом, а как раз таки смотрела у Ксюши, у Бьюти Ксю. Я попробую покрасить свои бровки ее способом. Кроме, я не стала брать коричневый цвет, я взяла черный, так что будет вообще смешно, но главное, чтобы мы увидели, что результат, да, там уже будем смешивать краски, если захотим. В общем, у меня светлые очень брови, поэтому на них, если получится тинт, то 100% будет видно. Итак, в общем, я буду использовать вот такой краситель жидкий. Смотрите. Вот такой вот краситель. Супер Блэк. Боже, мне уже страшно. Итак, и будем мы с вами использовать крем. Также мы берем нашу плашечку, немножечко делаем крема, буквально немножко, потому что все это мы делаем тоже примерно на глазик. Вот, смотрите. И раз. Я не знаю, даже так не видно. Одну, сколько вот мне бровей сделать. Я бы такая одну сделала и смыла бы все. И добавляем нашу краску. Я думаю, что 3 капли будет вообще достаточно. И я размешиваю. Он черный. Просто удобство с кремом того, что мы с вами намажем, походим какое-то время и просто ваточкой потом сотрем. И увидим, что останется у нас или не останется. Я все размешала. Наносим на бровку. Наносим очень аккуратно. Делаем, рисуем бровь, в общем. Мама! В общем, вот такая у нас бровка одна получилась. Давайте мы будем смотреть на примере одной. Я думаю, что я сделаю ее так вот поплотнее, чтобы тинт именно у нас на кожу остался. В общем, вот смотрите, мы намазали бровку нашу, да? Вот такие бровки вообще я люблю. Конечно, она немножко может быть не идеальная. В общем, подождем, посмотрим. Подожду минут 5-10. Итак, мои хорошие, прошло минут 10, и я вот она с ваточкой. Посмотрим, что у нас получилось. Просто стираю. Я не думаю, что у нас сильно как-то... Ой, мамочки! Вы знаете, у черных цветов есть разные отливы. И у этого малиновый отлив. Просто вообще чудесненько. У меня малиновая бровь. В общем, четкий вот прям тинт остался под бровью, не знаю, видите вы или нет. То есть сама бровь тоже чуть-чуть потемнела, но кожа у меня осталась под ним. Какого-то малинового цвета, я не знаю, видно, не видно. В общем, попробуем водичкой убрать. Боже мой, что с моим лицом? В общем, смотрите, у меня губы под брови или брови под губы, я не знаю, но, по-моему, это так трогательно. Давайте расчешем их. Естественно, я вторую не буду делать такую. Вообще, я так на улицу не выйду. Я сейчас буду с крабом просто сдирать все это, всю эту красоту. В общем, девчонки, хороший краситель, он действительно круто красит. И если бы это был мой цвет, который я люблю и хочу для бровей, да, то я обязательно сделала бы вторую бровь. Но сейчас я пойду сдирать все это, и вы, когда будете покупать краситель, вы обязательно спросите у продавца, потому что, вы знаете, даже черный цвет, когда мы красим волосы, бывают красные отливы, зеленые отливы, синие отливы, поэтому надо этот момент знать и искать краситель именно с нормальным отливом. У меня розовый.
Может быть, он просто почувствовал, знаете, как BB-крем. Его намазываешь, он чувствует и растворяется с вашей кожей. И он у меня почувствовал, что я люблю розовый цвет. И дал розовинку. Из меня просто этот розовый цвет, он сияет. Понимаете? И черное становится розовым. Как в сказке какой-то. Девочка какая-то или парень. Я не знаю, какая сказка, напишите мне в комментариях. Дотрагивался до человека и превращался в золото. Итак, в общем, тинт получился, все супер-пупер. Сейчас пойду это попробую все смыть. Вот что получилось. Это я смыла только мицеллярной водичкой. Мне кажется, нужен скраб. Пойду скрабить. В общем, дорогие мои девочки, розовый у меня отлив остался. Посмотрите, все равно по сравнению вот с этой бровью, да? То есть очень едкие красители. Но я надеюсь, что завтра. То есть я поскрабила как следует, у меня уже слезло все, побелело вокруг брови. Тинт работает, но цвет нужно подбирать. Но если сейчас я покрашу, накрашу, конечно, видно не будет. То есть остался легкий отлив. Итак, понравилось видео, было полезным, ставь лайк, подписывайся на мой канал, если хочешь продолжения всяких интересных видео. И мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока!